Давай дальше прыгай. Но ты допрыгнешь дальше? Налево. Сомневаюсь. Да, я. Нихуя я не улетел. Я запрыгнул. Я застрял. Я встал там. Ха-ха, нихуя ты читер с воздуха, блядь. Маленькая соля. Так, еще пришел, двое стоят. Окей. Надо им через слово можно прыгать. Блядь, я упал. Простите, я Простите. Я хотела шутильки посмотреть. О, меня тоже тут? Кек. Да. Привет. Все, заняла. Так, Дим, встанешь за... Да, я встану. А, подожди, на какой? На нижний? Да, на первый, где бы палча стоит. Да. И сип, номер, прыгай. Финальный сундук только не убейте, я потом в конце иду. Окей. Лёгкий там один, да? Угу. Так. Сик, можешь прыгнуть на танка? У меня какой-то жёг. Окей. Ну, вниз полетел. Да нет, скинул назад. Тогда стой, Сик. Так, Лёх, прыгай на них, если не встаёшь. Ну что, нами себя дальше? Так, Дани, на себя сможешь прыгнуть? Так, сейчас. Да. Так, я у нас куда-то давай прыгай. Охуеть, блядь. Ебать. Через полкарты. Тём, давай дальше. Не сбушу или я прыгну? Нахуй. Всё, я полетел. Ну что, стоим дальше, делаем точку, видим, закрываем, прыгаем. У меня нет слова истины. Так, всё. Теперь на последнюю. Лёга, прыгнешь, да? Молодец. Всё, пойдём. Что у нас на первом боссе? О, Лёхин любимый. Чё, у нас на первом боссе какой-нибудь? Буда. А, Буда. Так. Дань, короче, здесь будет какая тема. Система дуэлей. Первая фаза, мы пробиваем босса, он будет откидывать в сторону, со стороны лестницы не стоит. Это здорово, которая где... Ну, видишь, с фонариками. А иначе в шоте. Понимаю. Короче, с ее стороны не стоит. Если тебя всех выкинуло от босса, тебя нет, тебе надо будет с ним дуэль. То бишь, будет фронталка, и какая-то территория будет свободна. Тебе надо бегать, чтобы тебя не шотнуло по этой территории. Если же тебя выкидывает, будет большой круг фиолетовый, который будет шотать тебя, если ты в него зайдешь. И будут 4 штандарта по краям. Их надо будет раздамажить по ассисту, например, с меня или еще с кого-нибудь, или просто сам берешь и дамажишь. Также будут с неба падать. Не разбегайтесь от бафа. С неба падать какие-нибудь сопли, под ногами круг появится. Он бьет 80 или 50% хп. Ну то бишь выжить от одного можно, если два, то тебя уже шотают. Понял? Ну я понял, что из всякого говна выходить. Ну, желательно, да. Но когда босс расталкивает, ты не двигайся, он тебя сам толкнет. Так, а вторая фаза будет та же самая дуэль, увидишь, только со всей пати. Там надо будет бегать из... Ну, будет фронталка, надо будет по территории бегать, чтобы нас не шотнуло.
босса появятся щитки, которые нельзя взять в ассист. Они будут вешать стаки. 10 стаков, ты труп. Стаки можно снять. Дано получается сюда туда. Смотри, стаки можно снять, где я бегаю, появится 3 зеркала. Когда оно светится светом, тогда можно снять стаки, одно зеркало всегда должно оставаться в мистую престу. Поэтому, когда бежим снимать стаки, не молчим, предупреждайте, чтобы не по одному снимать, а группой. У тебя дальность атаки какая? Дальность атаки? Вот так вот встанешь, короче. Подожди. Ну, лучше вот с этой же стороны вроде идти, Тёма стоит, нет разве? Ля-ля-ля, сейчас просто за унитазом народу вообще нихуя нет. Ну, Алёну туда переставь. Алён, иди сюда. Ну, да. Всё, ну, ты дальний. Вот здесь ничего. Вот рядом, потом потусуешься. Вообще, или будешь. А мне всё равно, если кинуть дебаф, мне надо подходить к нему. У тебя расстояние хватит, увеличить, не пробьет рун. Так. Рисунок дань. Будет на полу зеленые линии. Надо, чтобы по обе стороны от линии были люди. Когда звезда будет, ты встанешь в треугольничек. Понял? Вот край звезды. Где-то вот здесь вот появится. Плюс-минус. Понял? Я, получается, буду снежки, правильно? Да, ты снежки. Дань, понял? Да. Когда какая фигура, смотришь, где народ, и встаешь там, где нет. Понял? Понял. Ты вроде не...
первая фаза. Появится красный сектор, мы должны в нем все стоять. Никуда не убегаем, по ебальнику прилетит, ничего страшного терпим. Но если не добиваем до 70, до 170 быстро, появляется, короче, два пидораса. Как в 4-1, помнишь, с глазиком на первом боссе? Вот такая же хуйня. Надо от них бегать и по ассисту раздамаживаем, если, например, не на тебе. А, вторая фаза. Босс уменьшается, и появляются два молокососа, короче, его. Одного мы убиваем, другого добиваем до 40% КП, потом переходим на самого босса. Они будут прыгать. После третьего прыжка надо в течение 8 секунд спрятаться за сталактиты. Появится вот здесь вот на поле, вот на всем вот этом поле, будут появляться камни с зеленым свечением снизу. В это зеленое свечение надо встать после третьего прыжка в течение 8 секунд. В одно зеленое поле вмещаются максимум 3 человека. Третья фаза. Тебе понравится больше всего. Босс стоит, нихуя не делает, кроме как кидает красные полоски, которые сносят тебе 50% КП одна. Полоска может наложиться на полоску, и тогда тебя шотнет сразу. У нас ульты должны будут откатиться, по идее. Ну или нет. Там просто, короче, горим, иммун, и с фулл раздебафом пробиваем босса третью фазу. А у него ж конь, это ж иммун ко всему, да? Да, у него верхний, ну, блядь, может бегать. Он встанет и будет стоять спокойно. Running full system diagnostics.